Здравствуйте, дорогие друзья. Вот я связала из тех материалов, которые мы вязали в предыдущем видео, вот такой квадратик. Что я из нее буду делать? Будем вязать шрак. Шаль я отложила на потом. Шрак или болеро будем вязать. Вот нужно сделать вот такую заготовочку из 6 мотивов. Теперь что мы делаем? Складываем ее пополам. Вот здесь вот у нас будут рукавчики. А здесь у нас обвязка пойдет на здесь, по линии горловины и по спине, в общем, вокруг. Обвязку будем делать так. Так, вот я уже один рукавчик связала. Вот как видите. Вот таким вот узорчиком веерным. Сейчас я покажу на втором рукаве, как это делается. Так, начинаем вязать. Так, вот, соединяем по кругу наши мотивы. Так, сейчас очки поменяю. Так, вяжем один ряд арочками по 5 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, пять. Так, на месте соединения вот здесь вот, здесь берем одну, 5, и вот здесь. Дальше в арочке.
Так, вот первый ряд мы почти закончили. Делаем так, раз, два, одну воздушную и столбик вот на начало нашего вязания. Соединяем. Вот первый ряд у нас закончен. Теперь это мы потом отрежем. Теперь вяжем. Так, вот из этой арочки делаем, вяжем 8 столбиков с накидом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И соединяем со следующей арочкой. 5 воздушных петель. 5 в арочку соединяем. Опять 5 воздушных петель. Соединяем с арочкой. И опять в арочку 8 столбиков с накидом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И так по кругу делаем, вяжем. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Так. И опять группа из 8 столбиков с накидом в арочку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Соединяем. Раз, два, три, четыре, пять. В арочку соединяем. Раз, два, три, четыре, пять. В арочку. Так. И группа из 8 столбиков с накидом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, соединяем. Арочку из 5 воздушных петель соединяем и заканчиваем второй ряд. 2 воздушные и столбик вот на начало первого, второго ряда, вернее, столбик с накидом. Так, второй ряд мы закончили. Так, теперь вяжем вот из этой группы и столбиков с накидом, вяжем 8 столбиков с накидом и между ними одну воздушную петельку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть,
7 и 8. Мы провязали, видите, ряд. Теперь соединяем вот с этой арочкой и 5 воздушных петелек. Так, соединяем и опять 8 столбиков с накидом и 1 воздушная между столбиками. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Соединяем с арочкой и арочкой из 5 воздушных петель. Соединяем 1 воздушную и 8 столбиков с накидом с воздушной петлей. Раз, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 5 воздушных. И 8 столбиков с накидом. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Так, и заканчиваем ряд. 2 воздушные и столбик начала предыдущего ряда. Так, теперь следующий ряд. Вяжем вот в каждую вот эту арку под воздушную петлю предыдущего ряда по 2 столбика с накидом. Раз, 2. И сюда тоже 2. Раз, 2. Опять. Раз, 2. Раз, 2, раз, 2, и раз, 2, раз, 2, последний 1. Один столбик. Такая вот арочка должна получиться. Так, сколько у нас здесь петелек? Раз, 2 столбиков. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 столбиков. Соединяем с арочкой и сразу начинаем вязать
столбики в следующей группе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Соединяем с арочкой и продолжаем обвязывать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Туда 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. И последнее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, 16. И заканчиваем ряд. Заканчиваем, соединяя с началом предыдущего ряда. Так, теперь следующий ряд верного узора мы вяжем так. Нам нужно будет на 2 петельки мы поднимемся. Раз. Так, и теперь вяжем арочки из 5, по 5 воздушных петель. Вот здесь вот на вот этой арке у нас должно получиться 4 арочки из 5, арочки по 5 воздушных петель. Раз, два, четыре, пять. Вот распределить надо будет правильно. Так, одна арочка. Раз, два, три, четыре, пять, вторая, вторая, раз, два, три, четыре, пять, так, темнее, отсюда, наверное, так, третья арочка, раз, два, четыре, пять, и четвертая арочка. Вот так вот примерно где-то распределите равномерно. Так, теперь
делаем опять 5 воздушных петель и соединяем вот в следующую группу, в следующий узор верного. Так вот, вот так вот соединяем и опять по 5 воздушных петель, 4 арочки. Арочки. Раз, два, три, четыре, пять. И переходим к следующей. Так. Вот. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Так, это у нас третья. Раз, два, три, четыре, пять. И последняя арочка. Два, три, четыре, пять, соединяем со следующей. Так. Вот так должно получиться. Раз, два, четыре, пять. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Так, три, четвертая арочка. И раз, два, три, четыре, пять. И заканчиваем ряд. Присоединяем сюда. Вот. Теперь следующий ряд мы так вяжем. Две воздушные на подъем. Соединяем с арочкой. И делаем опять 5 воздушных петель, соединяем с арочкой. Раз, два, три, четыре, пять. Опять соединяем с арочкой. Раз, два, три, четыре, пять. И соединяем с арочкой. Вот так вот у вас должно получиться. Теперь вот из этой арочки, как видите, вот здесь вот у нас получилось в шахматном порядке. То у нас здесь была группа из 8 столбиков, теперь будет вот здесь вот, вот из этой арки группу из 8 столбиков с накидом вяжем. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Соединяем. Раз, два, три.
3, 4, 5. И вяжем вот так вот по кругу. Раз, два, три, четыре, пять. Два, три, четыре, пять. О, Господи, неправильно сделала. Так, здесь же у нас группа. Так. Так, здесь у нас столбики. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Соединяем с аркой. Раз, два, три, четыре, пять. Опять соединяем. Раз, два, три, четыре, пять. Соединяем. Раз, два, три, четыре, пять. Соединяем. Вот так вот у нас должно выходить. Опять группа из 8 столбиков с накидом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, четыре, пять. Три, четыре, пять. Семь, три, четыре, пять. Так, и опять последняя группа из 8 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И соединяем. Вот у нас был подъем на предыдущем ряду, 2 воздушные петли, и мы вот сюда вот присоединяем. Вот, если видно, вот у нас подъем, мы соединяем ряд вот сверху. Вот такое вот у нас соединение должно быть. Опять теперь следующий ряд. Опять поднимаемся на 2 воздушные петли. Подъем. Соединяем. И дальше арочка из 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. Как одна воздушная. И здесь также делаем 8 столбиков с накидом и 1 воздушная петля между столбиками.
Так. И вяжем так по кругу. Воздушная. И 8 столбиков. У нас тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И тут у нас еще одна последняя осталась. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8. И соединяем опять с началом предыдущего ряда. Так, вот мы этот ряд закончили. Теперь следующий ряд, он будет отличаться от этого Рапопорта. Немножко по-другому будем вязать. Так, что у нас тут? Опять поднимаемся, 2 воздушные, соединяем с арочкой, 5 воздушных петель, соединяем. Теперь 2 воздушные, и вот отсюда мы здесь провязываем 8 столбиков с накидом и 2 воздушные петли между ними. Раз, 2 воздушные, раз, 2 воздушные, раз, 2 воздушные, так, у меня 3, 4, 5.
6, 7 и 8. Соединяем и делаем одну арочку. Здесь у нас одна остается арочка между рисунком. Две воздушные. Так, вот такой вот должен получиться узорчик, как видите. Так, и вяжем также по кругу все это хозяйство. Так, раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8. Так, соединяем. 1, 2, 3, 4, 5. Так, 5 воздушные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, опять одна арочка. И последняя. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, и заканчиваем ряд, соединяем с предыдущим концом предыдущего ряда. Так, вот у нас получились вот такие вот арочки, и последний ряд мы вяжем вот так. Сейчас я вам покажу. Поднимаемся опять 2 воздушные, соединяем. Теперь делаем 3 воздушные. Так, и вот из этого, вот из этой дырочки, ну, вот из этих будем вязать. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Будем 7 групп из, сейчас, из 3 воздушных, из 3 столбиков с накидом. Посмотрите, как я буду вязать. Так, вот из нее берем 1, не довязываем до конца. 2, накид, 3. И провязываем все вместе. И 3 воздушные петли. Так, опять следующий, 1 столбик не довязываем, 2 не довязываем, 3, и провязываем все вместе. 1, 2, 3, 3 воздушные. Опять 1, 2, 3,
3 и провязываем все вместе. 1, 2, 3. И опять так, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Раз, два, три, и раз, два, три. И последнюю. Раз, два, три. Провязываем. Раз, два, три. Соединяем с арочкой. Так. Вот у нас должно получиться вот так. Теперь следующее. 1, 2, 3. И опять не из этой, а вот из этой будем арочки. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. И 1, 2, 3. Раз, два, три. И 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. И 1, 2, 3. Провязываем. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Провязали еще один веерочек, и у нас еще 2 осталось. Ой. Так, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Раз, два, три. Соединяем. 1, 2, 3. И следующую вяжем.
Вот. Еще раз покажу, чтобы было понятно, что у нас выходит. Так, и последняя арочка у нас. Оформим ее. Раз, два и три. Три последние. Раз, два, три. И заканчиваем. Соединяем с предыдущим рядом. Вот где у нас были воздушные петельки. На подъем. И все, заканчиваем вязание. Так, прячем ниточку. Так, лишнее потом отрежем. Так, вот у нас получился рукавчик вот такой, немножко расклешенный. Сейчас покажу сам узор. Вот, как видите. Так, вот у нас, как видите, мы соединили. Здесь получился рукавчик. Так, и вот с этой стороны тоже рукавчик получился. Так, как мне показать? Сейчас. Теперь что мы делаем? Теперь вот нам нужно обвязать низ. По кругу. Этот низ будем обвязывать точно так же, как рукавчик, по кругу. Я не буду здесь на видео показывать, это слишком долго, но точно таким же узором берете, начинаете вот с подушечки и начинаете первый ряд опять также арочки из по 5 воздушных петель и далее по рисунку этому. Вот. Так, ну вот наше болеро довязано. Вот я уже обвязала вокруг вот таким же узором. Так, если вы хотите, вот этот у нас размер на 34-36 примерно. Если вы хотите увеличить размер болеро, просто можно добавить один ряд, еще один ряд мотивов в длину и в ширину, если там, ну, может, на... Просто измерьте, по какой мерке определяется размер болеро. Вот ширина болеро – это мерка ширины спины. Длина болеро будет мерка от седьмого шейного позвонка и там до середины спины.
Вот так вы можете определить свой размер. Ну все. До свидания, дорогие друзья. До следующих уроков.